Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушмана, это мои друзья Сережа и Влад. Халбери, короче, вы их так знаете, классные ребята. Вчера буквально мы снимали на канал к ребятам офигенское видео. Ну, можно говорить дальше? Да, да. Мы снимали кукинг, мы готовили печенюшки и... Такой Christmas кукинг. Ну, было очень классно, я вернулась домой где-то в 4 утра примерно. В общем, было офигенно. Так что после того, как посмотрите это видео, обязательно перейдите по ссылке в описании, посмотрите видео на канале у ребят. Да. Ой, я так волнуюсь, из названия вы уже поняли, что мы будем снимать. Адское видео, мы такое снимали на свой канал, и это не самое лучшее видео в твоей жизни. Я знаю. Я вообще ненавижу такие штуки. Потому что здесь ты будешь лизать, кусать. Или вот ничего в этом плане самое лучшее. Я очень надеюсь, что мне часто будет попадаться ничего, потому что то, что я подготовила, конкретно моя мама привезла, она знает то, что я не люблю. Я взяла все мое самое нелюбимое. Спасибо, мам. С нами еще один персонажик. Да, Вивьена тоже будет пробовать. Лизать. Да, скорее всего. Скорее всего, она просто будет лизать. А можно было добавить еще понюхать, и мне такая, не, это не бери. Ну, короче. Приступаем. Первый раунд, первый продукт, поехали. Ё-моё, господи! Давайте выберу тарелку я первую. Давай. Вот эту вот хочу тарелку. Боже, я не знаю. Кстати, я не помню, что в какой тарелке лежит. Так, у меня ничего. Нет! У меня отпусти. Лизнуть это тоже неплохо. Давай, раз, два, три. Фух, это не самое ужасное. Что это? Ну давай, я быстренько лизану. Мороженое. Подожди, ну давай. Только не посередине. А, он еще и сладенький. Это так классно. Творожок. Господи, это самое, одно из самого лучшего, что я подготовила. Блин, я так давно не ел творог. Я так сейчас буду смеяться, знаете, что Юля искала тарелку, еще одну вот такую. А в этой тарелке просто были бумажки. Она не могла ее найти. Куда она делась? Где она? Ищет психолога. Это так тупо. Ладно, я должна укусить. Кусай. Ну это красиво, давай. Да, ну это прям... Так, походи нормально. Винирами новыми, давай. Блин. Ну как? Ну чуть-чуть на носик попало. Это вкусно. У тебя что-то белое на носу. Да я тебя уберу. Это вкусно, реально. Нет, реально прикольно. Я бы даже сам это укусил. Сайте. Я не буду, я не люблю творог. Это реально вкусно. Я даже думаю, может быть, почаще это домой брать? Угу. Я очень давно не ел творог-кружок. Хочешь ложку, да? Да. Да? Реально? Да, реально. Сейчас я, я люблю это, да. Давайте после видео. Я буду параллельно есть. Нет, после видео. Закусывать. Закусывать. Господи! Так, давай. Так. Ничего. Слизнусь. Не везет. Боже, я так волнуюсь, я не помню, в какую тарелку что я положила. Раз, два, три. Это печенье. Это то, что мы вчера у нас испекли. Это смайлик, Вивьен или сердечко? Нет, это сердечко, как ты видишь. А, это упоротое сердечко. Кто лежит? Я лежу. Лежи. Попу ему полежу. Носик прям. Давай сбоку. Как странно это было наблюдать. Просто такой маленький. Я хотела просто конкретный был, вот прям вот как кошечка. Ну давай. Ну я уже влезала. Ну а что я тебе весь буду влезать? Ты кусай. Я весь не лежу. Ну, это вкусно. Ну, мы и так знаем, что это вкусно. Да, да, это, да, кстати, да. Именно то, что мы готовили, да. Угу, угу. У нас прям, это, классная дружеская посиделка. А где тарелочка? Господи, как это быстро происходит! Да можно мне ничего, почему я лежу и кусаю постоянно? Я кусаю вот это вот. Нет, нет, давай теперь ты выбирай. Я выбираю. Ты как будто бы знал. Нет! Фу! Слава богу, я ненавижу маслины! Блин! Ну ладно, лизнуть. Фу! Воняют, а! А дашь мне салфетку какую-то? Конечно! Все, я лизнул, я отстрелялся. Салфетки! Фу, они такие вонючие. Мы просто, знаете, в чем прикол? Мы еще слишком молодые. До маслин нужно дорасти. Да, я знаю. Это как горький шоколад. Типа ты его не любишь, не любишь, а потом оп, и начинаешь любить.
Да, откуси нормально! Я откусил. Ты не откусил! Ну кто так кусает? Нормально все равно, я такие какие-то первый раз такие пробую. Вот как это происходит. Да, походу он дорос. Походу он дорос. Просто привкус вот эти в рот насрали, вот такой вот привкус этих маслин. А ты прям знаешь, как, каково это? Угу. Я, честно говоря, даже не помню, какой у них привкус, но знаю, что это то, что я не люблю. Я вот прям даже на вот пицца, когда обычно были моменты, когда ты забывал, типа, сказать, что это убрать надо. Mm. И вот там же вроде очень много вкусных продуктов, но тебе в нос сразу бьет именно вот этот запах. Я же не прям... оливковое масло, терпеть его оливковое масло. Почему? Оливковое масло полезное. Ну и что, оно соливок. Подожди. Отдай. На. Вот прикинь, я вот тебе дал ничего. Вот, вот я надеюсь. У меня откуси опять. Ничего! Я ей в руки дал ничего! Ну я опять лежу. Что тут? Почему я лежу? Почему я все лежу? Юль, давай смотреть, что это. Ага. Блин, а, грибы обожаю. А, это грибочки, это можно. А я это ненавижу, это просто для меня самое ужасное, не... что может быть. Я обожаю. Так вкусно пахнут. Они что, маринованные? Походу. Да. Мам, надо спросить. Нормально, вы приехали с кайфом. Нормально. Только маслины вам не понравились. Да, маслины, да. А вот грибочки, кайф. Ну я рада, что хоть что-то вам не понравилось. Значит, все идет хорошо. Ну я люблю грибы, ты любишь грибы? Я их ненавижу. Попробуй. Почему? Это очень вкусно. Давай попробуй вместе с нами. Ты их никогда не ела или в принципе нет, ты, но ты попробовала? Нет, такие конкретно я не пробовала, но мне безумно страшно просто. Ну, слушайте, давай. Консистенция реально странная, но это солененькая штучка. Ну это... Начаем запеть. Нормально. Я хочу все прелести этой гадкой штуки испытать. Видите, мы переисполняем задание. Я вообще не только полизал и откусил. У Юли было ничего, она откусила. За это вы должны поставить нам лайк. По-братски. По-братски лайк шмякнуть. Напишите, любите ли вы грибы в комментариях. Наконец-то! 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 А, сейчас я выбираю. Так, надеюсь, ты правильно делаешь выбор. Ты сделал неправильно. Хотя для тебя это правильно. Класс. Баунти. А ты думал, что? Милки мои. Баунти. Райская, ну что же, щелечка вообще. Я лизнула, но... Ну я лучше откушу, да, Юль? Нет, прекрасное видео, мне нравится. Да. Это не то, что у нас. Что у нас там было? А ты видела, что у нас было? Нет. У нас была селедка. Сырая рыба, мыло. У нас была селедка, и Васе пришлось, я тебе покажу прямо сейчас момент, спороть ей брюхо. Ему нужно было укусить брюхо. И он прям кусает, и она лопает. Господи. Угу. Сырая картошка была. Что еще было такое жесткое? Куриные лапки. Ну вы прям по жести, но я на самом деле... Было бы больше времени у меня на подготовку, я бы тоже по жести что-то замудрила. В твоем кадре у нас есть... Ай! Ты порезала. Ты сырая, да? Да! Боже, боже! Вы знаете, что это вообще опасно? Там же столько этих всяких бактерий. Но он выжил. Живет и здравствует. Хорошо. Итак, у нас что? Это не последнее. Не последнее. Я думаю, сейчас мы, наверное, откроем последний, и потом я подготовлю еще блюдо. Давай. Давай. Угу. Продолжаем. Так, стойте. Господи, я знаю, что там. Откуда? Лизнуть. Да! Ух, лизнуть. Лизать не так плохо. Я знаю, что там, я не знаю, нравится ли тебе это, поэтому сейчас мы узнаем твою реакцию. Так, что там? Бля, муха, ненавижу. Вот сейчас я прям доволен, ура! Я прям доволен. Это какие-то осьминожки. Это осьминог. Для меня это очень страшно, на самом деле. Все, что вот с этим связано, я очень боюсь. Они же так ужасно выглядят. Да. И можно я не буду кусать? Нет, конечно. Нет, конечно. Посмотрите, это осьминожки. А вы знаете, что если полить их...
бензинами зажечь весь город. Не-не-не-не. Если полить их то ли уксусом, то ли чем, я просто не помню, как этот химический элемент называется, то у них начнут двигаться лапки. Боже! Я видела это с каких-то китайских этих приколов. Они что-то там делают, они реально начинают двигаться, да. Это отвратительно. Давай, лежи им лапки. Ты какого хочешь потом укусить? Вот этого с самой большой головой? Нет, я вот эти вот щупальца укушу. Ну как? Ну как? Ты такая типа, эй, ты как? Просыпайся! Просыпайся, родной! Полезала. Ну просто какая-то соленая фигня. Ну выглядит они очень страшно. Ну, стрёмно. Ох, смотрите, присутствие. Они же еще резиновые. Ну блин, кто-то кайфует. Да, их откусить невозможно. Она тебя кусила? Засунь в рот засунь обратно. Фу. Его присоски в мой язычок так. Не отпущу. Отпусти, не отпущу. Ну как? Фу. А как это пахнет? Но они вкусные маринады какие-то. Маринад вкусный. Ну да, они, да, они маринадом. Блин, пахнет. Мам! Нужно было живого. Надо же было по жести. Ну, хорошо, давайте сделаем типа перерыв 3-5 минут. И вернемся с новыми позициями. Mm-hmm. Освободили тарелки через 3, 2, 1. Короче, второй раунд. Юля подготовила еще 6 позиций. Ой, хорошо, я начинаю, хорошо. Я не могу столько кусать. Хорошо, я начинаю, потому что у меня ничего. Я выбираю ничего. Вот это. Ничего. Выбрал? Да. Все, давай. Раз, два. Фу, блядь. Морская капуста. Как она пахнет. Да. У меня мама ее обожает, я никогда не понимал, как ее можно есть. Поэтому тебе ничего, наслаждайся. Я сейчас сдохну. Я должна это лизнуть. Вот возьми одну и лизни вот так вот в доме. Ты любишь морскую капусту? Нет. Нет. Что по-твоему? Аккуратно капнет. Ну лизать еще куда ни шло. Да лизать вообще пофиг. Да. Не люблю лизать. Кусать любишь. Плохо прям? Так себе, да? Хочешь попробовать? Нет. Фу, она прям, блин, будто мне блевали в рот. А ты это знаешь, да, как это на вкус происходит? Все ты знаешь. Ну что же. Да подожди, я мешаю. Ладно, ладно. Ох, лизнуть, слава богу! Откусить! Слава откуси! Ничего! Так, сейчас кто выбирает? Ты, я? Ты. Я? Ну давай самое. Не, давай самое ближайшее ко мне. Господи! Фу! О, можно я тоже откушу, пожалуйста? Да, тут три, может. Тут и вообще легко лизнуть. Класс, да. Люблю, когда визят по жизни. А сожрать можно? Можно я съем? Я, кстати, люблю палочки. Я тоже люблю. Я прям просто так их иногда покупаю. Крабовое мясо, крабовые палочки. Такие мы друзья. Запиши похавать такие. Нормально сидим, а? Как вообще? За вас! Тост! Нива! Ну дайте мне крабовую палочку. Да хорошо вообще. Ой, так хорошо сидим. Классный раунд. Где-то высоко-высоко в горах. Чтоб счастье присутствовало в вашем доме, в ваших сердцах, чтоб вашей матери все здоровы были. Чтобы дед не знали. Да. Раз, два, три. Вот вы шакалы. Ура! Я обожаю ничего. Выбирай. И вот сейчас, когда откусить, вот будет прям то, что я не, а не хочу. Да? Не да. Выбирай, если у него лизнут, у тебя ничего. Так, если я выбираю, а ой, я... Ой, откусить. Ну, пусть будет вот это. А ты знаешь, да, что? Нет, я не знаю, честно, не помню. Это, что? Это спаржа? Кто? Я сейчас посмотрю на эти. Ты кто, ты кто?
спаржа по-корейски. На самом деле плохо обзывать еду. Да, мы же ее не обзывали, мы просто еду сдали. Очень... И кто? Мы еду уважаем, ценим, но какую-то там не очень любим. Меня облизал вкусненько. Вообще вкусненько. Ты так волнуешься. Я не знаю, что это, я такого не ем. Я не знаю, что это спаржа, когда вообще выглядит. Вот. Ну, я думаю, по-другому. Наверное, это какая-то она чем-то что-то. На грибы похоже, да? Оно, ну, типа, из-за маринада, наверное, есть какой-то соленый вкус, а так, по ощущениям, вот реально как пенопласт. Ну, просто ничего. Спаржа – это ничего. Как и у меня, ничего. Ну, типа, это не, типа, не... Но, ну, ты ничего не чувствуешь. Да твою ж! Откусить? Да. Лизнуть? Ничего. Подпишешь, людей насмешишь. Я финалистка битвы экстрасенсов. Я просто знаю, что тут будет написано ничего. Кусинка, смотрите, раз, два, три. Ничего. Вы готовы? Да. Чего, когда ничего? А можно мне нож? Водочки. Можно мне нож из резинок, я не откушу. Мы домой летим. Неси холодную. Есть хлеб бородинский. Да, режь. Ой, тебе точно надо тост. Тебе потоньше? Да. Мне лизнуть надо, но я съем. Пошли в задницу, я буду есть огурец. Вот это не хватает. Да. Ну блин, реально. Я за рулем. Да. Я нет. Я тоже. Ну ладно. Это с кайфом было. Это было прикольно. Ну, смотрите, я типа не жесткая. Я не жесткая. Но если меня зацепить, какие мальчики. Не, просто реально, вот, к сожалению, не было очень много времени, чтобы подготовиться, но я. Да тут суть в том, что само ожидание и волнение, и то, что будет делать. Я не стал много осьминого, отстань. И не жестко говорит. Это не звучит. Нет, у него вот у меня так все хорошо начиналось. Я ничего, ничего, ничего. Ну ладно, я выбираю. Ничего. Ну мне даже обидно, потому что я не помню сама, что там. Это моя любимая! Это мимо готовила! Так прикольно пахнет! Кто это? Блин, опять забыла. Как чипсы, есть какой-то вкус у чипсов из детства. Это баклажановая икра. Да. Кабачковая икра. Как это откусить, я хз? Мне кажется, тут и лизнуть, и откусить это одинаково, потому что она все равно зацепится. Просто ты чутка лижешь, а ты прям должен как лопаткой поднять. Можно же мелочку маленькую. Ладно. Ладно. И как? Неплохо. Но красная икра лучше. А черная еще лучше. А черная вообще как? Я не люблю черную. Вообще мало. Ну что он это? Он лизнул столько. Да. Ну давай. Давай. Не-не-не. Ложку в рот засунь. Ну-ка. С кайфом? Да. Конечно. Конечно. Конечно, с кайфом. Фу. Я волнуюсь, у нас последняя тарелка осталась. Бумажки сюда. А где моя? А, ладно. Я ее лизнула. Откусила? Я ее откусила. Это будет смешать. Господи, ты что, я забыла? Как такое возможно? Что? Откусила! Опять я лежу? Лимон! Откусила. Ладно. Теперь я помню. Теперь я вспомнила. Теперь ты знаешь, что это? Да, это лимон. Блин. Кусай, Юль. Прям красиво кусай. Много кусай. Да, как ты эту икру, блин. Я как яблоко укуси, так понял. Если у вас после того, как я лизнул, вот прям вот здесь вот... я знаю. Терпко стало, поставьте лайк. Так. Юлька, кусай. Там косточка, я не хочу косточку. Не виниры. Жесть какая! Ну как?
чайком бы запирать бы чай с лимоном. Нормально, не самый кислый лимон. В своей жизни? Угу. Может, яблоко было? Это? Знаете, самое приятное, чем я угостила Юля сегодня, это был чай. Ну, не рассказывай. Спасибо, что позвала в гости, я обязательно в следующий раз приду, Юля. За чаем. За кабачковой икрой и осьминогами. Ура! Кабачковая, вот давайте составим свой топ самых ненавистных. Морская капуста. Морская, слава богу, в этот момент. Вот мне везло на самом деле. Ну вот единственное, это спаржа. Ну, это было непонятно, то есть типа... Никак. Никак, да. Я вот бы сказал, крабовая никак. Палочка, огурец. Огурец, баунти. Баунти. Ой, творог, это прям топчик. Я смотрю на огурец, как хочу его забрать, вот эти. Сейчас заберу. Заверни давай. А вы видели эти видосы в Инстаграме, где кошкам дают нюхать огурцы? А, или типа... Да-да-да, их сразу крили. Вот мне стало аж интересно дать какой-то кошке понюхать огурец. Но у нас нет кошки. Мяу. В общем, ну, мне что не понравилось, это грибы. Грибы. Но ты их откусила, ты молодец. Ну, я ради интереса, да, это сделала. Да. Никак. Это какая-то скользкая, как будто бы я какую-то живую эту, кто там ползает, улитку съела. А улитки, кстати, вкусные. Я не знаю. Не, реально, улитки это вкусная тема. Я просто боюсь всего склизкого. Прикинь, ты бы вот так накрыла. А что у нас здесь? Я так волнуюсь. Что там за продукт? Здравствуйте. Здорово. А ты где пропадал вообще? Да, тусуюсь, бля. А вы че как? А мы вот жрем лимоны. Лимоны? Да. И как получается? Ну, хочешь попробовать? Нет, желания бешеного не имею. Можешь вкусить? В общем... Я пробовала эти устрицы в Париже и всякое такое. А, я, кстати, я улитку, походу, тоже пробовала. Но она была как-то приготовлена. Тебе устрицы понравились? Нет. Ну это так, типа... Да. Все, и забыл. Типа, для галочки это было, я попробовал. А я вот не смог. Я вернул, да. Прям вырвало тебя или просто... Ну, вот я понимаю, что вот сейчас нужно проглотить. А прикинь, это знаешь... И типа... это было не очень быстро, и язык успел, все, в мозг отправился импульс вкуса. И я такой, типа... А у вас было такое, когда сыр косичку едите? А что, она типа... И застрелёт вот здесь. У меня это, знаешь, из-за чего? За брекет зацепилось, я... А было такое, что она у вас одна во рту, другая в горле, вы её достаёте? Через рот, потому что она не проглатывает. Почему я это вспомнила? Я так ненавижу такие моменты. Потому что это жиза! Ребят, если у вас тоже такое было, напишите. Мне кажется, это так тупо. Да, особенно когда это за браки цепляют. А это же еще макароны могут быть длинные. Да, макароны. Блин, у меня такое было не один раз, и я это ненавижу. Ты прям чувствуешь, как из горла уже, как будто бы из желудка достаешь. Желудок там такой типа, куда? Ой, ну сейчас уже мама заканчивает. Она такая, когда они уйдут? Я хотела сказать, что я безумно рада, что мы наконец-то сняли коллаборацию. Наконец-то. И она получилась очень веселая, как у нас на канале, так и здесь. Да, у ребят вообще... мы еще поели, а там мы вчера не хотели есть. Ну, мы у вас еще больше поели. Мы и топли, и заказали, и выпили. И сами испекли. Вообще просто. Подожди, 10. Почти 5 часов мы сидели и снимали видос, поэтому вы должны это посмотреть. Да, да, обязательно. По ссылочкам подписывайтесь на наши инстаграмы, вы видите на экране, ссылки в описании. Подписывайтесь на ребят, они очень классные вообще. Ага. Наконец-то! Мы столько дружим, и вот только сейчас... Да, кстати. После чехлов мы сняли видео. Если хотите понять, о чем идет речь, смотрите видео. Да, мы там рассказали нашу длинную историю взаимоотношений, поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь на нас везде, оставляйте комментарии, ставьте лайк этому видосу, если вам понравилось. Обязательно, мы тут жертвовали своим здоровьем, своими принципами и убеждениями. Давайте это самое. Лайк. Ну, короче, будьте счастливы, здоровы и всем пока. Пока! Ну, давайте уже. Пока. Пока.